Меня зовут Анна Роуз, и я хочу поделиться результатами после курса Лии «Диалог с душой». Это многогранный курс, на котором мы учимся работать с отношениями, доставать травмы, которые были в этих отношениях, и избавляться от всех эмоций, блоков, которые были из-за отношений с определенным человеком. Он буквально расчищает жизненный путь, избавляет от таких оков, которые мы несем порой целую жизнь. Я могу подкрепить это результатами. Всего одним диалогом с душой моего папы я кардинально изменила с ним отношения. Мы с ним не общались до курса больше месяца. И буквально на второй день после окончания курса он мне написал и общался в дружелюбном тоне, как будто мы с ним хорошие друзья, несмотря на то, что мы были с ним в ссоре. Несмотря на то, что мне кажется, что у него достаточно сложный характер, я к нему привыкла, я с этим уже смирилась, после этой проработки он не изменил характер по отношению к другим людям, но отношения со мной изменились, как будто я стала исключением. Это кардинальные изменения, и диалог с отцом также повлиял на мои отношения с партнером. То, что я прописывала на курсе, сбылось в точности. Я хотела быть более уверенной, я хотела больше подарков, я хотела жить в изобилии с партнером, и я это получила. Это было 5 октября прописано, и сегодня 17 ноября. И вчера я читала и понимала, что у меня осуществилось все всего лишь за один месяц. Когда я вела сессии с другими людьми, кардинальные изменения проходили через один раз, всего за одну сессию. Это всего 2 часа, посвященные себе людьми, которые меняли их отношения с тем человеком, с которым они прорабатывали отношения, и не только. Также с отношениями с детьми, как с каким-то, ну, с тем же полом. Отношения с друзьями, с близкими и с коллегами. Я очень рекомендую пройти этот курс всем, кому он действительно откликается, всем, кто заботится о своих отношениях с родными, с близкими. Просто не задумывайтесь и идите. Это такая огромная база, на которой столько инструментов, которые могут быть применены и при работе с собой, и при работе с другими людьми. Подарите себе освобождение и подарите себе гармоничные отношения.